Холода не страшны. В поселке Хребет прошло торжественное открытие новой современной котельной. Мероприятие посетил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. Эта современная котельная построена в сжатые сроки, всего за несколько месяцев. Она отапливает поселок Хребет, многоквартирные дома, которых тут более 20, школу, детский сад, амбулаторию, почту, щебеночный завод, очистные сооружения. Резервная мощность также велика. В случае появления новых объектов проблем с отоплением не будет. Главное, что сейчас в поселок проведен газ, уверен заместитель губернатора Сергей Шаль. Мы дошли сюда газом, это следующая точка. Понятно, что отсюда можно еще и потянуться дальше. С этой точки зрения, как бы, это достаточно высокие, ну, это хорошие перспективы. И мы понимаем, что мы газифицируем в ближайшее время и все частные дома в поселке. На недавнем совещании, которое провел в МИАСе губернатор Борис Дубровский, строительство новой котельной в Хребте было приведено в качестве положительного примера взаимодействия частного бизнеса и государства. В процессе работы штаба по внедрению новых практик, вот когда у нас есть большое совещание было под руководством губернатора Челябинской области, в качестве одного из примеров такого взаимодействия приводилось как раз в строительстве этой котельной. Потому что привлечены инвестиции частного инвестора плюс средства областного бюджета. В итоге мы сегодня получаем совершенно достойный продукт. Контролировать работу котельной в Хребте будет инвестор со своей управляющей компанией. Благодаря современным технологиям о любых, даже незначительных поломках и сбоях сообщит специальная система оповещения. Приходит смс-сообщение, какая неполадка в оборудовании и так далее. И уже человек на месте, который здесь обучен всем этим вещам, он в любое время суток, ну, это оповещается не только этот человек, это и руководство. Программа замены неэффективных котельных реализуется в области уже 4 года. За последнее время, благодаря помощи правительства и вложениям инвесторов, в Мясском городском округе появилось несколько новых котельных – в Ленинске, Новоандреевке, Северных Пещах и вот сегодня в Хребте. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВ МИАС.